Всем здрасте, с вами Настя. Моя краткая предыстория. Я поклонница хорошей, качественной туалетной воды. Эту любовь ко мне привили еще мои родители. Они мне раньше часто на праздники дарили какие-нибудь дорогие духи. Сейчас такое покупать не всегда есть возможность. Вот. И я решила найти какой-нибудь выход из этой ситуации, потому что всегда, выходя из дому, хочется чем-нибудь вкусненьким пахнуть. И поначалу я попробовала сделать духи на основе спирта. Я купила в специальном магазине мыловарения душку парфюмированную и сделала на основе спирта и дистиллированной воды. В принципе, я вам хочу сказать, что это, конечно, не в обиду дорогим брендам духам, но самодельные духи намного стойче оказались и намного... как-то насыщеннее, наверное, потому что там концентрация намного больше, и они пахнут намного дольше на теле, на одежде. И мне это стало по кайфу сделать себе любимые своими руками духи, которые потом ты чувствуешь с утра до вечера буквально, потому что они очень стойкие. Вот. Ну, мне еще стало интересно сделать твердые духи, потому что в твердых духах есть свои плюсы и свои преимущества. Так вот, сейчас я вам покажу, как в домашних условиях я сделала твердые духи. Для работы мне понадобятся отдушка парфюмированная, воск, открывающиеся кулоны, металлическая емкость, зубочистка и оливковое масло. Кипячу воду и ставлю в нее емкость с воском, чтобы растаяла. Добавляю оливковое масло. Затем отдушку. Разливаем все это по кулончикам и даем застыть. Остатки я налила в такой пузырек. В общем, это очень удобно, это очень круто. Так вот сделать такие духи твердые, и их же ж можно везде носить с собой и в любом месте намазаться вместе, в плане помещений, в любом месте пребывания, вот. Где бы ни был, можно везде себя вот так вот подушить. Не надо доставать эти флакончики и распылять. Очень удобно. И еще, если вы хотите увидеть, как можно сделать духи на спиртовой основе, жидкие, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, пишите комментарии приятные, и я обязательно в следующий раз выложу это видео, как я сделала жидкие духи.
и вы сможете их сделать. Это очень просто. Всем спасибо за просмотр. До следующей встречи. Пока!